Малина японская широко распространена в Японии, Корее и Китае. В Европу ягоду завезли как декоративное насаждение, а в Северной Америке ягоды собирают вдоль дорог, на горных склонах и в лесу. В России сорт начали выращивать недавно, он уже успел стать популярным. Растение хорошо переносит морозные зимы под снежным укрытием. Можно сажать как на освещенных участках, так и в тени. Рекомендована увлажненная почва, но растение легко перенесет засуху. Кисть малины сочетает несколько оттенков – вишневый, фиолетовый, густо-красный, алый. Активно плодоносить начинает на третий год после посадки. С одного куста можно собрать до 2 кг ягод. Сорт не подвержен грибковым заболеваниям ягод и таким вредителям, как стеклянница, малинный жук, долгоносик. Ягоды созревают в конце лета. Благодаря высокой прочности ягод этого сорта урожай легко транспортировать или замораживать.